Что, сегодня день удался у меня. Что я вам скажу? И деньги под водой, и оружие под водой, и банковские карточки, и золото, и серебро. В общем, все. Сегодня были находки, я недолго был. Привет, друзья. Сегодня выехали на очередной коп. То есть не на очередной, а на внеочередной. Люди отдыхали, купались и потеряли обручалку. Попросили найти. Ну, я думаю, что обручалку я найду. Тем более здесь не так глубоко, не такой большой пляж. Сейчас я вам его покажу. Вот такой пляжик здесь. Вот он пляж. Ну, если что-то еще найдем, все покажу. Все. Смотрите, ребята. Все, что найду, покажу. Thank you.
Thank you.
Ребят, я уже понырял, вы это все видели, сейчас я находочки ближе покажу. Ну что, сегодня день удался у меня, что я вам скажу. И деньги под водой, и оружие под водой, и банковские карточки, и золото, и серебро. В общем, все, сегодня были находки, я недолго был, я полчаса, наверное, минут 40 максимум. Сейчас я вам покажу все. Вот такие пробочки, вот такие мусор у нас. Монетки, вот заколка вот такая у нас попалась, бижутерия, какая-то гайка, вот такой автомат, наверное, оружие у нас, вот деньги, наличка у нас еще мокрые, сейчас будем сушить, это у нас 100 гривен, вот, вот такие 100 гривен у нас. Так что я не в накладе сегодня по-любому. Банковская карточка какая-то попалась. Даже не знаю, что это за банк. Без понятия. Это я просто увидел, вы видели. Крестик серебряный. Сережечка. Тоже серебро. Тут проба есть, 925-я. Цепочка. Ну, наверное, может и крестик с этой цепочкой, не знаю. Сначала цепочку нашел, а потом крестик. Ну и человек просил. Вот я показываю, нашел. Сейчас поедем, отдадим это колечко. Так что, ребят, я очень доволен сегодняшним копом. И человеку помог. Ну и сам нашел, и заработал еще.
Так что, ребят, кто ищет, тот всегда найдет. Всем удачи, Рыжиков под катушку, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи, до свидания.